Сьогодні в рубриці «Спорт у місті Н» вже всім знайомі тренери – Ірина Тернова та Олександр Мунтян, разом з якими ми дізнаємося про різні види жимів штанги. Здравствуйте, дорогие друзья! И снова мы в «Жимстайле» и снова рады вам помочь. Сегодня мы расскажем вам о различных видах жимов штанги. Жимы штанги для грудных, для трицепса и для дельт. Начнем для груди. Мне в этом поможет мой товарищ и напарник Александр. Сейчас мы жим широким хватом. При жиме широким хватом в большей степени работают еще, включаются в работу мышцы спины. Когда мы выжимаем штангу, у нас широчайшие натягивают ее. Движение вниз штанги определяется силой еще широчайших. Сань, давай, широким хватом. Помним, что широкий допустимый соревновательный хват не больше 81 сантиметра между указательными пальцами. Достаточно. При широком хвате у вас локти идут под 45 градусов, приблизительно под 45 градусов по отношению к телу. Если вы выставите Т-образно, вот так вот, локти под 90 градусов, у вас будет очень сильно перенапрягаться дельты. Это травмоопасно. Большие веса вы не сможете все равно взять, потому что сила дельт максимальной возможности минимальна по отношению к силе мышц спины и трицепса в совокупности. Или даже если вот вы возьмете, некоторые просто жмут Т-образно, вот так вот, не под 45 градусов, а совершенно разводя локти в стороны, образуя вот такой прямой угол. Но если анатомически посмотреть на особенности такого жима, то мы поймем, что это анатомически неправильно. Вот это движение неправильное, травмоопасно для плечей. Так делать не надо. Еще раз, Аня, правильно. Вот, зафиксируйте в своем мозгу и выполняйте правильно. Вот если вы жмете классикой широким хватом, достаточно. Помните, что природа за нас сама решила, как нам удобнее. Нам просто надо эти знания черпать, запоминать и использовать. И все у нас будет хорошо. Не будет травм, будут хорошие результаты. Еще один интересный вариант выполнения жима узким хватом – это жим калифорнийский, или его еще у нас называют Т-жим. Положение рук на ширине плеч не уже. Он представляет нечто среднее между жимом узким хватом и французским жимом, который мы покажем позже. Выводим штангу. Все. Здесь у нас идет опускание штанги не в солнечное сплетение, а максимально близко к шее. И локоть не опускается, по прямой линии движется штанга, локоть сохраняет свое положение прижатым к корпусу, не опускать. И на выдохе выжали. Как бы складывается локоточек. При таком виде жима очень сильно загружается длинная головка трицепса. Она является, играет определяющую роль в силовых показаниях при жиме штанги. Но это упражнение я советую выполнять уже не новичкам, а атлетам, более спортсменам более продвинутого уровня, когда вы уже чувствуете биомеханику самого узкого жима штанги. Все, Санечка, достаточно. Хорошо нагружает длинную головку трицепса, хорошо потом увеличивает силовые показатели в жиме штанги. Берем Z-образный гриф. Ложимся на скамейку. Выводим вверх, гриф вверх и слегка направляем по отношению к голове. Опускаете гриф к колбу. Локти остаются на месте. Руки параллельны, как два рельса. И на выдохе выжимаем. Вот движение. И на выдохе выжали. Самое главное, не разводите локти. Развели локти, все, нагрузка с трицепса ушла. Думаете, что качаете трицепс, на самом деле нагружаете дельты. При опускании вы вдох делаете, на выдохе выжимаете. Когда у вас здесь большие веса, не отказывайтесь от помощи страхующего. Тогда вы сможете отработать на максимум, до последнего отказного повтора. Особенно в последнем подходе необходимо выполнять этот отказной повтор. Когда вы уже не можете и через «не могу», напарник, страхуя вам, дает максимально приложить усилия, чтобы вы выжали этот повтор. И сейчас мы вам покажем хорошее упражнение, жимовое, для развития плечей. Армейский жим стоя. Его можно выполнять в варианте стоя, в варианте сидя, с гантелями, со штангой. Мы в классику жанра покажем вам армейский жим штанги стоя. Подходите к штанге. Захват, закрытый хват. Постановка рук шире, чем ширина плеч. Подсаживаетесь под гриф. Вот, у вас на ключице гриф. Выходите вперед. Снимаете штангу и выходите вперед. Кисти проверни. Вот, отлично. Из этого положения вы сделали вдох. Корпус весь напряжен.
И погнали. На выдохе выжимаете вверх по дуге слегка за голову. Все. Поехали. Опуская штангу, не расслабляете здесь мышцы. В нижней точке опускания никакого расслабления. Сразу поехали. Выдох. Выжали над головой. Максимально нагружая передние дельты, средние дельты. Корпус работает в статике. Пресс работает в статике. Необходимо выполнять его не менее 10-15 повторений. Выбирайте корректно. Если эта штанга стандартный гриф вам не под силу, значит выбирайте жим гантелей сидя. Покажем жим гантелей сидя. Кому не под силу штанга, 20 килограмм. Поехали. Спина плотно прижата к лавочке. Забросили гантели. Все. Локоть направлен вниз. Гантели прижаты к плечам. И слегка для максимального растяжения они находятся под углом к плечам. Все, и на выдохе выжимаем до конца, не выпрямляя руки. Выпрямляя руки, мы еще трицепс будем включать. Хотим больше, вот так, достаточно, да. Хотим больше нагрузить плечи, не выпрямляем руки и оставляем еще у нас трицепс, хай отдыхает. Сводим, во время жима сводим по максимально короткой траектории их вместе, сокращая дельты таким образом. Растянули, выдох свели. Все, это правильное движение. Возможны ошибки во время выполнения. Когда разбрасывают вот так гантели. То есть у нас нету максимального растяжения. Они разбросаны вот так. Все. Здесь у вас будет работать что угодно, но в максимальной степени плечи. Предплечья будут работать. Вот только максимально прижаты. Локти направлены вниз. И на выдохе выжимаем по кратчайшей траектории в точку вверх, сохраняя присогнутыми локти. Вот это правильное движение. Все. Качайте плечи, будете красивыми. Еще одно хорошее упражнение, жим Брэдфорда называется. Его хорошо выполнять после тренировки грудных. Когда уже грудь, трицепсы утомлены. Берем два блинчика небольшого веса, большого у нас-то и не получится, наверное, уже. Плотно прижимая, пытаемся выпрямить локтевой сустав, выводя вперед. Хорошо сокращаются грудные, хорошо работает трицепс. Делаем таких не меньше 10 повторений. Вы хорошо прочувствуете в конце тренировки грудных это упражнение. Вроде бы небольшие блинчики, а попытаясь их вытянуть, не упуская, не разжимая, очень хорошо будут увеличиваться у вас силовые. Все, нормально, пойдет. И постепенно вот от 2,5, там 1,25, берем больше блинчики, больше, и пытаемся, сжимая их, выйти, выпрямить. Изменяйте себя к лучшему. Не бойтесь приходить в тренажерный зал, что на вас будут смотреть, а я толстый, там, а я не такой. Бог с ним, приходите, тренируйтесь. Мы все начинали с чего-то, мы все были какими-то не такими. Тренируясь, мы себя меняем. Меняя себя, мы становимся сильнее. Сильнее не только внешне, но и внутренне. И эта позиция жизненная будет распространяться абсолютно на все явления вашей жизни. Спасибо за внимание. Пока. Пока.